Ну что, друзья, встречаем новое промо Цунтурионы. Вы посмотрите на эти карточки, ну вы посмотрите на этих кумиров. Вброшу спойлер, сразу скажу, что одну из карточек кумира я поймал. Да еще и какую. А может быть еще и поймаю. Ролик будет разделен на две части. Первая — это нарезочка со стрима. Ну и вторая — это вот различные промо-пакетики, которые мы откроем после того, что я вам покажу. Чего же там наловил такое интересное? А интересное было. Я как понял, яшники вообще забили хер на Подольский, на то, что он завершил карьеру, поэтому приходится самому эволюционировать. Вот такую вот карточку сделал в новой эволюции. И удары уже на секундочку у него 89. Он все так же хорош. Вчера вот в дивах качал его, и пауэршотики как летели, так и летят. Вообще в последнее время очень сильно увлекся этими эволюциями. Вы знаете, у меня есть отдельный аккаунт, где я качаю сборную России. Тут решил по фану вот девочек из Италии, швейцарок прокачать. Также, я думаю, Мбаппе младшего прокачать в новой эволюции. Вот такой вот типок получился с 86-м рейтингом. Да, скажу честно, положа руку на сердце, я не захотел играть эту Викинг-лигу, потому что всем раздали этих Мбаппе, Бонмати, поэтому я своему бустеру отдал аккаунт на этот раз. Пусть там сам веселится и играет, подумал я. Пак с героем также нас ждет. Также мы вместе с вами откроем кумира сразу на двух аккаунтах. Короче, контент, как всегда, грандиозный, поэтому присаживайся поудобней, кофеек, чаек. Лайкусик префайером, первые 150 комментов лайк, ну и погнали. Ну и конечно же, друзья, перед тем, как мы продолжим, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это компания Winline, ссылочку на мой телеграм вы найдете в описании, там переходите по закрепу и забирайте бонус от моих партнеров. А если вам нужны монетки, EFC, FIFA поинты, все что душе угодно, мой сайт Panda Store также будет в описании. Хотите смешную историю? Вчера я решил, короче, купить себе Мбаппе, затестировать, так скажем, за 3 ляма 100. И потом его халявно начали раздавать, и он подешевел, блять. Давайте, кого в аренду мне дадут? Мбаппича давайте. Спасибо. Бонмати и Мбаппе. И зачем я Мбаппе купил? Найс купил Мбаппе, блин, и он сразу же у всех в команде будет. 100 редких золотых игроков. Звучит как скам, давайте откроем. 100 редких золотых игроков. Ну, Найс, заскамили меня, спасибо, пацаны. Один волкаут всего лишь в таком паке, прикиньте. Ну, это ж вообще пиздец. О, новая промо. Волкаут. Кто? ПЗ. Что? Ебать, пацаны, кумира поймал. 84-2 игрока, ебать, что? 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 Ебать, в таком говнопаке, что я вытащил, пацаны? Что я вы, я аж покраснел, блядь. Ебать, вот это дроп. Чё, ребята, по итальянцам двигаемся? По итальянцам двигаемся, блядь. Сколько, сколько? Сколько, сколько он стоит? Миллион монет. Блядь, что за бич-пак? Просто бомж-пак, ПЗ. Позиция ПЗ закрыта навсегда. Да уж, я беспалевно крутит панди пакеты, пока работяги вытягивают 2.84. Ладно, это был пак 3.84. Не 2.84, а 3. 3000 поинтов, 8.6 плюс. Герой, смотрим. Мужик большой, огромный мужик. ЦЗ, Англия. Это кинг, нормальный дроп. Ну 86 плюс, дали 86. Ну, 200 плюс стоит. Ну, слушайте, еще и Салиба упал, отлично. Салибы у меня не было. Антрейд будет теперь у меня Салиба. ЦЗшниками кормит. Сначала Кинг, теперь Салиба. Просто на чек, что мне рекомендует YouTube. Кто-нибудь помнит такого фифера Космос? Космос Фифа. Если к несчастью вы гений, и много играете вы, геймпад будет цел все время. Если у вас, если у вас, если у вас нет фифы. Алгоритмы Ютуба решили, что время пришло, да-да. Если у вас нет фифули, у вас не горят пуканы. Можно смело сидеть на стуле. Осуждаю, блядь. Если у вас, если у вас нет фифы. Достойно интро следующего видоса. Думайте сами, решайте сами, нужна вам FIFA или нет. Ой, бать, Денчик с Герман. Лучшие друзья были еще. И бать, Чейз фон охуенный. О, Криштиану Рональду. Не поймать, если фифка и будет.
А чё ты хотел, а чё ты хотел? EA Sports in the game. In the game. Разъёбтр. Ой, батя, помню, мне бан давали на аккаунт. Не приходится быть. Бля, легендарный момент. Ебать, гули-гули. Если у вас нет фифы. Нету фифы. Разбит монитор ногами. Блять. И подрасхерачь разлет. Думайте сами. Да осуждаю, блять. Осуждаю, себя осуждаю с прошлого. Охуенно, охуенно. Рекомендация прям в тему, блять. Респект, респект. Космос, FIFA. И Рудигер, блять, центральные защитники сыпятся, пацаны. Что за прикол? Опять центральный защитник. Еще два информа упало, ничего себе. Вот это хороший пак, пацаны. Опа, Центурион, ребята, тишина в студии. И это РБ, Испания, Хесус Навас. Бля, одни защитники. Либо ЦЗшники, либо ПЗшники. О, двойной Центурион, красиво. Вот и пошел контент, друзья. Еще за 1500. В прошлом у нас было два Центуриона, снова Центурион, снова Walkout, ЦЗ, опять Италия. А, блядь, что за подкрут на итальянцев? Такая вообще ХЗ, кто это такой? Рома, Италия, ЦЗ, Манчини. Еще двойной опять. Пацаны, прорвало. То вообще не было Центурионов, то два пака подряд по два Центуриона. Все защитники, блядь, падают. Давайте снова за 1500 откроем. Гримальдо продолжает падать, даже после того, как промо закончилось. И Керкес. Ну, статы у него прикольные, кстати. Так, ну что, ребята, открываем. Смотрим. Мужик, вроде мужик, волкаут. Смотрим. ЛП. Бразилия. Победа, друзья. У меня за Роберто был на основе, теперь за Роберто у меня и на этом аккаунте. 87. Ну, понятное дело, что в мой легендарный основной состав он не зайдет. Но на баночку может присесть. Сделай легендарочку. Открой мне что-нибудь грандиозное. Открываем. Так, вроде мужик на Литманина похож, или мне кажется, или Россия. Блять, я угадал Литманина, прикиньте, насколько я ебанутый. Я угадал Литманина, блять, по модельке. По модельке угадал Литманина, ебать. Ну и говнище. Вкусный, приятнейший улов, друзья. Вот. Ну ладно, выпендриваться не буду. Мне упал Замброта, поэтому выебоны на сегодня отменяются. Ну и что, друзья, первая часть видоса подошла к концу. Я доволен как слон, 45 матчей отыграл, карточка топовая. Прикупил себе Донаруму и, пацаны, я не знаю, может я забегаю куда-то вперед, но пока хочу сказать, что это один из лучших вратарей, за который я играл. Возможно, это связано с тем, что у него сразу три белые перки и одна золотая, прям очень хорош. Ради него мне даже пришлось купить Канавару. Пока что, конечно, за него не играл, но попробую, почему бы и нет. Опа, у нас волкаут, друзья. А кто это идет? ПП, Гана. Да это же, друзья, великий и некий Вильямс. Ну, слушайте, статы неплохие, подумал я и решил его задегустировать. Опа, друзья, опять волкаут. Вот это везение. ФРВ, Уругвай. Вот это удача, друзья. Еще и Нунес упал. Вау. Ну, слушайте, интересно выглядят оба. Что там происходит? И вот такая вот интересная парочка теперь у меня в атаке, друзья. Не знаю, что из этого получится. Пишите в комментариях, кто успел за них отыграть. Буду тестировать, дегустировать. Плюс-минус карточки по типажу похожи. Оба такие габаритные, могут потолкаться на поясухе. Но вот удар, конечно, ни у того, ни у другого не вызывает впечатления. Все-таки финишинг 86 и тут и там. Хз, что из этого получится. Ну и собрали мы вместе с вами, друзья, еще и кумирчика. Какой же грандиозный контент сегодня получается. Я прям в предвкушении. Сейчас будет и герой, и кумир. И еще промо-пакетик давайте разогревочно откроем. Вот этот вот пак мне нравится за 220 тысяч. Поехали. Открываем и надеемся на промо-карточку. А ее даже нет. Опять женщина выходит. Ё-моё, нахер я это открыл? Как меня заимело это рейтинг? Вы просто не представляете. Я надеюсь, весь плохой удар взял на себя этот пакетик. И сейчас в кумире с героем нам повезет. Набор с базовым героем. Ни во что не верю, ничего не жду. Просто открываю. Без плашек, без поиска.
Да иди ты в сраку, женщина. Ну, ё-моё, сасич. О, бля, ну вот как же обламывают эти анимации. Может быть, не такая уж и плохая идея была бы по статкам чекнуть, потому что ты видишь, блядь, модельку, хуль ты лыбишься, блядь. Ну и улучшение базового кумира, друзья. Я уж хз, что мне должно упасть, чтобы в основу попало. Я вам напоминаю, как выглядит мой шикарный клуб из героев и кумиров. Было три сборки на кумира. Шевченко, Кин и Клюверт. Давайте тут по статкам чекнем. Я не хочу опять сейчас видеть какую-нибудь дурацкую модельку и сразу обламываться. Так, ну давайте смотреть. Физуха 84. Ни о чем не говорит. Опа, защита. Блять. Я, кажется, знаю, кто это. Это Пуёль. Ну, почти, это Еру. Да. Вот они слева направо. Шевченко, Кин, Клюверт и Еру. Охерительно просто. Так, друзья, я на своем легендарном аккаунте со сборной Россией. Блин, ну опять же забавно получается, что до того, как мне упал Замброта 87, самая лучшая карта из кумиров, у меня был Замброта, который выпал в крутилке. Почему-то у меня опять преследование итальянцев пошло. Ох, друзья, тут же новые эволюции вышли. Посмотрите теперь на Аздоева. Что это за карточка сумасшедшая? Охереть. Хотя нет, подождите, R1 Аздоеву давать как-то такое себе. Вот кому я дам, друзья, R1. Захарян. Посмотрите на эту карточку. Вау, 4 на 4. Сразу 4 плейстайла на контроль мяча. Он и так отлично был в управлении, а тут еще R1 добавится. Захаря накачаем. А во второй эволюции вот здесь вот уже можно Аздоева сделать. Статы даже еще лучше становятся. Ничего себе. Все 80+. Гулит гэнг. Вот в чем, друзья, прелесть всех этих эволюций. Как круто можно развивать эти карты просто с нуля из серебряной карточки. Мы такого типа уже сделали. А в новой эволюции на страйкера можно Германа уже по чуть-чуть качать. Давайте немножко пощелкаем пакетики на этом аккаунте. Вот этот вот пак давайте разогревочный за 65 тысяч. Сразу же у нас есть Центурион. Ну-ка, вратарь. Италия, это Донорума, кстати. Ну, вратарь-то хороший, но у меня тут Лев Иванович Яшин. Ну, еще один давайте за 180 откроем. Тут уже, к сожалению, без Центуриона. И опять вратарь. Блять, это что будешь делать с этими вратарями? Кто внутри? Опа, Неймар. Жаль, конечно, что всем похер на него. Сколько? 14 тысяч за Неймара, ё-моё. Да, грустно, конечно, это все видеть. Так, друзья, на этом аккаунте кумирчик тоже собран. Я надеюсь, что здесь улов будет чуть-чуть лучше, чем на предыдущем аккаунте. Опять же, напоминаю, здесь Замброта очень даже хорошо вписался. Ну, давайте Видича. Ну, вот с кайфом. Своего Видича я продам, а антрейд Видича поставлю в составчик. На этом аккаунте давайте без плашек, без ничего. Просто откроем и насладимся. Пожалуйста. Так, по модельке непонятно. По модельке непонятно. ЦОП, Франция... либо 5, либо Макелеле, но и тот, и другой, ну не знаю, не знаю, это у нас 5. Ну слушайте, этот аккаунт намного лакернее, чем предыдущий, мой основной. Ну тут две сборки на кумира сделаны, Замброта и 5. Как такое получается, я не понимаю. Ну и в общем-то, друзья, вот такой вот грандиозный контент у нас получился. Открывали и кумиров, и героев. В общем, кайфанули знатно. Оставляйте лукасы, классные комментарии. Ну и пишите, что вам падает. С вами был я, Пандос FXH. Всем хорошего настроения. Чао-какао. А я пойду сейчас качать, собственно, Аздоева и Захаря. Пожелайте мне удачи.